Вам придется полюбить боль и дискомфорт, поскольку через них мы становимся сильнее. Вам придется полюбить страх, поскольку он будет всегда, когда вы будете делать что-то новое. Если страха и дискомфорта нет, значит, для вас это неэффективно. Физическая боль, страх не самое страшное, что может быть. Это временное явление. А эмоциональное, от осознания собственной бесполезности и нереализованности в этом мире, может преследовать вас всю жизнь. Вам придется полюбить сам процесс работы над собой и изменения. Мне сейчас очень тяжело, но потом я стану сильнее. А у большинства будет все по-прежнему. Обычное болото, в котором тепло и вроде бы как принюхался. Главное не мутить воду какими-то желаниями, целями и мечтами. Вначале вам всегда будет тяжело. И по словам тяжело, я имею в виду охереть как невыносимо. Если бы это было легко, все бы были здоровыми, богатыми, счастливыми, умными. Когда в понедельник поедешь в метро на работу, просто оглянись вокруг и все поймешь. Просто научись этому. Каждый раз, неважно, что ты делаешь, выкладывайся на 100%. Не оставляй силы на обратный путь. Если ты выложился на 100% и проиграл, у тебя не будет никакого сожаления. Ты сделал все, что мог. В следующий раз сделаешь больше. Но если ты знаешь, что ты оставил силы, недоработал, срезал угол, вот это тебя и будет терзать. Ты постоянно будешь думать, а что было бы, если бы я так быстро не отступил? Не оставляйте силы на обратный путь. Пришел, неважно куда, в спортзал, в офис, на завод, на склад, в Макдональдс. Работай, выкладывайся на 100%. Не просиживай свою жизнь голимым ожиданием счастья в завтрашнем дне. Только ты можешь его себе обеспечить. Никто ничего тебе не должен. Перестань надеяться на кого-то, на работодателя, на правительство, на знакомых и родственников. Ты просто перекладываешь на них ответственность, а значит, отдаешь контроль над своей жизнью. Вся проблема в том, что всем нет дела до тебя. Всем абсолютно на тебя насрать. Каждый живет своими тараканами. Если у тебя есть какая-нибудь проблема, работа, цель, мечта, и выполняя ее, ты получаешь самый худший из всех возможных вариантов, он все равно будет самым лучшим, чем если бы ты бездействовал. Большинство. Если в графике стоит тренировка, встреча, работа, семья, иди и делай. Идеальной ситуации никогда не будет. Их просто не существует. 5 утра, дождь, снег, неважно. Хотите предсказать свое будущее? Легко. Все ваши знания, поступки, опыт и навыки создали ваше прошлое. Если не делать что-то новое, то почему что-то должно измениться? В первую очередь человек должен поменять поступки и действия. Затем появятся новые привычки. Это изменит настоящее, которое вы сейчас считаете будущим. Но если каждый день будет однотипный, почему что-то должно измениться? Мы все постоянно ищем причину не делать того, что должны делать. Мы всегда знаем свое первое действие, но нас пугает весь путь, весь его масштаб. Но первое всегда знаем, поэтому просто начни. У тебя должны быть причины начать. У тебя должны быть обязательства, контроль и ответственность. Если ты живешь так, как хочешь, то ты получаешь то, что заработал. Мы все получаем не то, чего заслуживаем, а то, что заработали. Ты не хочешь рано вставать, ты не хочешь делать пробежку, брать новые обязанности на работе, проявлять инициативу. А кто твою мать это хочет? Ты думаешь, ты уникальная снежинка? Да мы все такие. Именно поэтому ты стандартный, однотипный и настолько скучный, что остается только обнять тебя и заплакать. Если, конечно, обхватить получится. С ЧСС 120-140. Ну что, побежали? Все сейчас, насмотревшись сериалов, хотят сексуальное тело, крутую тачку и идеальные отношения. Вот только никто не готов впахивать ради этого. С 9 до 18 сейчас этого недостаточно. Это даже ниже нормы. Пока у тебя нет ни опыта, ни компетенций, ты тупо берешь объемом выполняемой работы, затем интенсивностью, и уже после становишься эффективным. Но вначале всегда через задницу. Став эффективным, именно в этот момент за спиной ты услышишь: генетика, повезло, условия. И со всем этим ты будешь согласен. Конечно, тебе повезло. Посмотри, как долго и много ты для этого работал. Все могут быть счастливыми, когда ничего не болит, когда куча денег, когда полная востребованность и счастливые отношения.
таких обстоятельствах все могут быть на позитиве и конструктивными. Но во время работы над собой, во время достижения своих целей, у тебя практически нет таких условий и таких эмоций. Я не знаю ни одного человека, который добился бы мега-результатов на светлых, положительных эмоциях. В большинстве случаев им руководили какие-то низкие, примитивные, негативные мотивы. Доказать кому что-либо, доминировать, когда прижало на самое дно, вопреки, а не ради чего-то. И в этом нет ничего постыдного или зазорного, если ты весь свой негатив выражаешь конструктивно.